Вот это вот Ленсана. Знаешь фотографии? Вот. Ты привезла их из Мичуринска. Это лучшие абрикосы из Мичуринска. Неплохо. Я так с видом такого знатока, такого снисходительного. Неплохо. Неплохо. Тоже неплохо. Но, знаете, вот. А это уже мой сад. Это снимали в моем саду. А вот что у вас в руках, Александр? Правильно, черешневые косточки. Хоть бы одну выплевывали, хоть бы одну выбросили. Молодец, настоящий ученый. Вот. Это мы отнимали у муравьев. Я так специально не собираю. Муравьям достается еда. Это мои помощники. Крепните, ребята. Вот. Наслаждайтесь глюкозой, наслаждайтесь. Слегка глюкоза перерабатывается в алкалоиды. Между нами эти, муравьи такие же, как мы. Не алкоголики, но любители этого брожения. Вот. Отняли у них. Вот это тоже одна из проблем, которая относится к этому. Знаете, два дерева. По двое плодоносит, вот те два плодика. И прибой плодоносит, вот три. Прибой стал меньше, по двое стал крупнее. Вот. А что вы там, девчата, про объективную градацию? Если бы хоть что-то бы понимали, а то взять вот так вот на бум. Уже понятно, что тот коллектив, который миллион с чем-то, это простые советские люди. Я подчеркнул, советские, это люди старшего поколения. Они не виноваты, их научили калечить деревья. Они ничем не виноваты. И только ради меня и моего брата вот, взяли, процитировали там на том канале, на той странице взяли и процитировали, что вегетативная гибридизация – это ложь. Вот. А я для чего это показываю? Один из моих выводов. Вот здесь у подвоя привоя сравнялась морозостойкость. Даже вот эти вот, пусть они слегка эти абрикосы чуть-чуть не одичали, ну, чуть-чуть стали скромнее по размеру, даже по вкусу. Вот. Но это Сибирь, они должны были погибнуть. Благодаря маньчжурцам, вот они. Вот, маньчжурцы забрали у них часть здоровья. Это я железо говорю. Да, Ребрик со мной согласится. Вот. Старый опытный садовод. Часть здоровья у них отняли, часть морозостойкости отняли, так? Часть вкуса отняли. Правильно, Александр Васильевич? Господи, повезло же мне в жизни. Хоть один суперспециалист в нашей команде. Нет, не хоть один, но суперспециалист с журналистским еще и этим самым талантом. Вот. Ну, понятно. Александр, я фотографировал в прошлом году. В это же время, знаете, вот сегодня уже 18, 16 августа, а это абрикос поздний Филиппьева. Вот. А это мы в черемушках у хозяина, у пианиста, так? Вот. Но настолько сдвинулось лето, что у нас до сих пор еще лето. А тогда уже созрели намного раньше. А сейчас они еще зеленые висят у него. Вот. И это тоже, это тот же день, я просто показываю красоту вот этого позднего Филиппа во всей красоте. Значит, он для меня приготовит ведерко. Вот. Это единственный случай, Александр знает всех моих этих, все мои сады, которые мы называем сады-дублеры. Есть в Черемушках, есть в Майне, есть в Саяногорске, есть в Летнике. Вот там, где выросли мои саженцы, превратились в деревья, я их считаю своими. И единственный случай, вот это дерево, это поздний Филиппьево, я его так назвал, потом украдут название, так же, как Левицкий ушел, название «Свободное плавание», хотя я его придумал. Вот, так. И получится так, что мы с Сергеем Железовым, когда было трудно Филиппьево, мы ему помогали, чем могли. Такое бывает в жизни. Вот поэтому, обнаружив его
дерево у пианиста. Вот. Мы с пианистом собираем плоды на пару и на пару делим деньги. Вот так. Вот такие вот. А какие они? Это единственное исключение из правил. Так вот, они имеют твердую мякоть, созревают намного позже. Они сейчас еще зря. Они даже вот тот вот позимно я назвал, вот тот, что вы улюбовались, да, сизой абрикосом. А этот еще позднее. Он до сих пор еще только начинает созревать.